Шановні, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити на тему, чому не можна годувати тварин людською їжею. Попереду багато вихідних днів і багато родин зі своїми дітьми захочуть відвідати таке чудове місце, як Одеський зоопарк, і нагодувати тварин, яких сьогодні дуже багато різних цікавих саме в Одеському зоопарку, яблучком або ще якоюсь їжею. Але ніхто з них не замислиться над тим, які ці наслідки можуть бути. А які наслідки? Сьогодні ми запитаємо друга нашої програми, а саме директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Доброго дня, пане Ігорі. Добрий день. Ось саме так ми розпочали за здрав'я, як то кажуть, а прийшли ось к такому реченню. Чому не можна годувати? Що буде, якщо свинка або ще хтось скоштує яблучко або сухарь, наприклад? Вы знаете, вот эта проблема, когда посетители зоопарка из самых добрых побуждений, из любви к животным, стараются накормить чем-нибудь наших питомцев. Эта проблема общая, в общем-то, для очень многих зоопарков, для зоопарков Украины, да и мира. То есть, когда, допустим, еще в 19 век, например, когда зоопарки, было становление их в том виде, в каком мы их понимаем, да, зоопарки, тогда была политика такая простая: кормите кого хотите, чем хотите. Но потом, когда быстро поняли всю пагубность такого подхода, политика поменялась на противоположное: кормить животных запрещено, то есть полностью. Сегодня во всем мире практикуется такой умеренный подход. То есть, смотрите, мы же прекрасно понимаем, люди приходят поспілкуватися, да, пообщаться с животными. Люди приходят со своими детьми. Эти дети тоже хотят как-то проявить свою заботу, свою любовь. Конечно, что сразу приходит в голову? Покормить животное. И к этому надо относиться тоже как-то с пониманием, но при этом я бы хотел просить вот всех посетителей наших, я всегда, когда попадаю, что называется, в телевизор, я всегда стараюсь об этом напоминать, что старайтесь животных все-таки не кормить. Потому что одно дело, когда вы дали там кусочек яблока там, этому животному... Або капусты. Капусту лучше вообще не приносить. Я сейчас объясню, что можно, что нельзя. Вот. Допустимые такие вещи, которые можно, это там кусочек яблока, кусочек морковки. Ну, у нас на территории еще продают там арендаторы такие эструдированные корма. Это овсянка такая, как сушеная. Прессованная. Прессованная, да. Она нейтральная, и мы разрешаем ее продавать, потому что как бы особого вреда она не наносит. Угу. Лучше уже это, чем что-то другое. Самое страшное, когда посетители начинают проносить капусту, хлеб, какие-то огурцы. В общем, иногда бывают даже сосиски там пытаются. Все это очень нехорошо, очень нехорошо. И у нас, в общем-то, на входе там и охрана следит за тем, чтобы люди ничего этого не делали. Но, во-первых, за всеми не уследишь. Во-вторых, да, ну, не хочется же превращать это все в какой-то серверов каких-то ставить. Да? Люди же пришли просто отдыхать, пообщаться с животными. Не псувати настрій, да, скажем вот так. Поэтому хочется, чтобы как-то было больше понимания в людей. Вот смотрите. Про наслідки давайте поговоримо. Да. Що це може бути? Ну, изначально я хотел бы вот что сказать. Зоопарк имеет 240 примерно видов животных. На каждое животное есть рацион. Рацион разработан на основе каких-то научных исследований, богатейшего опыта содержания этих животных, кормления, лечения, ветеринарного обслуживания. Это делали биологи, ветврачи, зоотехники, кормовики. Разрабатывали рацион для каждого вида. Зоопарк закупает корма. Никаких проблем с количеством, качеством, разнообразием кормов у зоопарка нет. Давным-давно. Выстачает. Да. И никакой необходимости дополнительно чем-то животных докармливать тоже нет. Кроме того, я могу абсолютно точно вам сказать, что мясо в зоопарке тигру докладывают. Угу. Поэтому самое лучшее для животных, вот, для их здоровья, для их благополучия, для их, скажем, душевного спокойствия даже,
Лучше, чтобы никто ничем больше их не докармливал. Потому что какие бывают последствия? Во-первых, дают корма, которые не свойственны данному виду, которых нет в рационе конкретного животного. И организм может реагировать очень нехорошо по-разному на эти вещи. Корма могут быть просто, это может быть свежее что-то, но оно не свойственно этому животному. Второе. Вот грядут еще выходные дни очень много. Да, особенно когда у нас, слава богу, большая посещаемость, это очень хорошо, мы за это благодарны одесситам и гостям нашего города. Но вот эта проблема всегда, когда много людей, выходные, праздничные дни, она возрастает, потому что людей много, и каждый там, ну не каждый, но многие пытаются что-то там сунуть животному. И если проносят такие корма, вот там капуста, да, для копытных животных, она может вызывать вздутие. Угу. После выходных часто бывает, что у ветеринаров есть работа, потому что животные страдают. Даже если вы принесли там кусочек яблока, вы его порежьте там на дольки, ну дайте там одной козочке, там одному верблюду, не надо нести пакетами, там килограммами, это все очень плохо. Если вы купили пакетик корма, там, ну возьмите один пакетик и раздайте, там его не надо брать много, потому что любое, самый безобидный корм, самое безобидное яблоко, самая безобидная морковка, самый безобидный этот специализированный корм овсяный, в больших количествах он вреден, как и все, что, ну, все в больших количествах вредно, даже если это правильный корм. То есть животные переедают, они могут быть, пищеварительная система реагирует очень плохо, иммунная система. Кроме того, большое количество животных при таком постоянно вот подкармливание, да, они превращаются в попрошаек, у них меняется поведение. Ну, многие люди даже знают, кто держит собак, да, что если собаки начинают со стола что-то давать, то она уже забывает обо всем. И уже чекает, да, сидит и главное, чекает. Да, она уже не хочет есть из своей миски, она и уже не хочет дом охранять. Она будет все время сидеть и просить. То есть животные привыкают к этому, и это тоже, в общем-то, не лучшая модель поведения для животных. Поэтому все эти вещи надо учитывать. Кроме того, я хочу вот обратиться, допустим, к молодым мамам, да, у которых гуляют со своими детьми. Вот в колясочке ваш ребенок, да, вот так. Оля, вот ваш ребенок. В колясочке. Прийду на выходные. Да, вот допустим. Как треба это зробити? Да, теперь как вы скажите. Да. Если вы гуляете с ребенком, допустим, по парку, там, где угодно, по зоопарку. Он едет в коляске. Ваш ребенок совсем маленький. Так. Я подойду и начну ему давать конфеты. И одну, вторую, десятую. Что вы со мной сделаете? А если я начну ему давать селедку, да, или что-нибудь там, ну, не знаю, что-нибудь такое, шашлык жареный, кусочек я ему суну. Вот что эти мамы, да, со мной сделают, если я начну так вот, так вот. Люди, которые, не понимая, что они делают, не понимая, чем надо кормить животных, они делают то же самое. То же самое. Что вот, не понимая, что животному можно, что нельзя, начинают по доброте душевной это делать. Или второй пример. Если, допустим, идет операция хирургическая, да, какой-то человек, который очень любит оперируемого, зайдет и начнет помогать хирургу. Его резать. Пиши, пропало. Да. Понимаете? То есть такие вещи, как кормление животных в условиях зоопарка, диких животных, разных животных, которые часто редких животных, краснокнижных, это дело, которое требует определенного опыта, определенных знаний, определенного образования, подготовки. Поэтому лучше это оставить тем людям, которые с этим работают. И я призываю всех, что если вы приходите в зоопарк, при всем понимании того, что да, хочется, ну возьмите там чуть-чуть, немножко, чтобы как-то проявить свою вот заботу. Но лучше всего, ну при этом надо помнить, что когда вы, что бы вы ни дали животному, что бы вы ни дали, самое безобидное, это нужно вам. Это вам может принести пользу в том смысле, что вы получите какое-то моральное удовлетворение. Вы доторкнетесь, да, прикоснетесь, да, вы пообщаетесь с животным. Это хорошо, это нужно, это тоже нужно. Но животному это в лучшем случае
пользы не принесет, это будет бесполезно, а в худшем это может принести вред. Об этом надо не забывать. Отруїти потому можна, что бывают так? страшные случаи. Отруїти можно, да? Конечно, можно, но все может быть. Есть такие случаи совершенно дикие. Допустим, охрана останавливает женщину, это было пару лет назад, не говорю, что это сегодня, это было года три назад. Останавливает женщину с большим мешком, которая заходит в зоопарк с большим мешком. Что у вас там? Капуста. Вот открываем. Там капустные листы, которые она собирала на привозе, там где вот счищают эти, чистят, да, там горы. Насобирала, несет. Зачем? Я иду животных спасать от голода. Почему вы решили, что они голодают? Ну так они же туда, вот, они же в зоопарк. Понимаете, то есть... Психология людини, да, вона сьогодні не налаштована. Да, людей. Есть еще один пример, ну, не страшный, как бы, но который хорошо характеризует вот это общее заблуждение. Я недавно был на одном расширенном совещании, и там ну, выступала женщина, которая занимается одним из благотворительных фондов, детьми. Вот, дети, там, малоимущие, сироты. И она рассказывала, говорит, вот у нас в планах там, в планах на это лето, там, повезти туда-то, повезти в такой-то музей. В зоопарк. Поехать, да. Повезти детей в зоопарк, покормить животных. Вот это как бы так, вот повезти в зоопарк, покормить животных. Я потом, когда взял слово, я обратил внимание, что говорю, извините, но вот, к сожалению, да, вот так люди рассуждают, что пойти в зоопарк, это значит покормить животных. В зоопарк надо идти посмотреть на животных, пообщаться с животными. У вас есть дворик, где можно поспілкуватися с тваринами. Да, но а кормить это... Да, это, я же говорю, эта проблема, никто ну, не собирается там устанавливать, там ставить, да, как говорится, автоматчиков, да, чтобы... И датчики да, на предмет еды. Да, да, на предмет еды. Все понятно, что надо иногда... что это даже для детей, которые приходят, это тоже полезно для их как бы восприятия, да, их развития, для того, чтобы как-то эмоционально вот окрашивалось их общение с животными. Это надо, но это надо делать очень дозированно, очень, совсем чуть-чуть, понимая, что животные это не игрушка, это не домашняя кошка или собака. Не предмет развлечения. Да, у которых совершенно может быть другой рацион, которые адаптированы вот к таким вещам. Даже домашнюю собаку нужно кормить с умом, а не пихать все подряд. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи були такі випадки, коли для людини, яка також прийшла погодувати, скажімо так, да, від себе тварину, якісь випадки, коли закінчувались, ну, не трагічно, але з якимось, з позначкою мінус, когось вкусили, у когось ті ж пальці застрягли в той сітці, коли протовкували цю їжу. Щось для людини негативне може бути? Знаєте, ну, у нас тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Не дай Бог, звісно. Це все не було таких случаїв з каких-то трагічних. Но такие мелкие случаи, они, конечно, бывают. Они связаны не только с кормлением. Бывает и с кормлением. Бывает, что просто человек нахиляется наклоняется, вперед. Да, или вот обезьяны иногда могут укусить за палец, когда уже их там ну, руки туда совсем суют. Козерог бывает, он очень злой, ему суют там траву, вот просто рвут траву тоже, не надо рвать траву на газонах, это неправильно. А еще, не дай бог, у нас кое-где там растет чистотел, мы его каждый год тщательно следим, но если где-то не уследили, он вырастает, его срывают и могут давать животному, и это очень страшно. Вот. Козерог может, он бодается и может прищемить об прут решетки, да, руку, бывало такое. Когда-то в старые времена там бывало, что я помню еще 80-е годы, я работаю в зоопарке очень давно, было такое, что медведь, когда ему печенье давали. И хижакам також пропонуют їжу. Да, есть такие люди, да, которые хищникам Ну, это уже камикадзе. Да, это страшные вещи. Был такой случай, после которого я, в общем-то, как-то очень быстро поменял ограду, вот эту, которая... Отжим, который отделяет слоновник от посетителей. Там была такая вот по грудь ограда небольшая, и она была очень старая, такая уже покосившаяся. И там было такое, что какой-то студент
и там всегда ходят два охранника. Но как-то они отвлеклись, он перелез, перемахнул через эту ограду и попытался там слониху погладить. Она его толкнула, и он, хорошо, что она решила его не убивать. Ну, потому что слониха у нас не ручная, она довольно агрессивная. Вот, но он перелез, и там не следили, такое было несколько лет назад. И мы после этого сразу поменяли такую более высокую ограду, потому что тоже люди бывают в своем азарте, воображении, да, воспринимают слона как добрый и слоник, рыжку, да, а он совсем не добрый. Вот. І це все, звісно, дуже страшно. Якщо хочеться нагодувати тварину в зоопарці, може будете влаштовувати такі специфічні екскурсії по годуванню тварин під контролем ваших співпрацівників? Знаєте, я вам скажу, що ми іноді робимо, навіть не іноді, а часто, практично кожну неділю, у нас какие-то праздники. Да, дуже багато. Да, очень много. И мы после этого делаем шоу кормления различных животных. Это могут быть там вот, всегда красиво это со слонихой происходит, с обезьянами. Там, мы выдумываем какие-то такие все креативные вещи, чтобы какие-то ребусы эти обезьяны разгадывали для того, чтобы достать. В общем, как-то как шоу. Но это делают наши киперы и, или наши, наши сотрудники. Так, да, так. Чтобы сами люди, посетители, кормили животных, я все-таки думаю, надо идти по такому пути. Не нужно здесь устраивать каких-то шоу, да, шоу того, чтобы люди в них участвовали, потому что нужно постепенно приучать людей к тому, что объяснять, что они все равно в конечном итоге поймут это. Запомнят. Да. Поймут, что лучше, когда вы приходите, приходить, что называется, с пустыми карманами. И отримуете, да, задоволение, да, моральное. Не доставать оттуда яблоки, капусту и сухари, а просто смотреть на животных. Это самое лучшее, что вы можете сделать. И, наверное, по этому пути надо идти. И я вам скажу, что, вы знаете, вообще я вижу, вот, как мир меняется в лучшую сторону. Вот как люди меняются в лучшую сторону. Это я могу на очень многих примерах это приводить, что, допустим, еще несколько лет назад было как бы очень модным там, скажем, вот эти фотографии с орлами. Так, вот, так. Ну, моветон. Да, да. Те, это такой моветон. Да. Люди постепенно начали понимать, что фотография с обезьянкой там где-нибудь на пляже с питоном — это дурной тон, и что такую фотографию уже стыдно выкладывать где-то на Фейсбуке. И это очень быстро этот бизнес отмирает, потому что люди перестают к нему обращаться. Это очень хороший знак. Возьмите самое простое. Если в 90-е годы в зоопарке была большая проблема, то, что много приходило пьяных посетителей, сейчас этой проблемы нет. Сейчас, чтобы пришел пьяный, это такая редкость, это дикость какая-то. Это все говорит о чем? Что люди, ну, у людей совершенно меняется культура. Отдают отчет своим. Да, да. И я могу очень много приводить таких примеров. Это очень радостно. Я думаю, что настанет такой день, когда никто ничем в зоопарке кормить животных не будет. Животные будут питаться правильно только теми животными, которые входят, теми кормами, которые входят в их рацион. І я думаю, що це не так довго цього чекати. Фотографувати можна? Фотографувати. Смотрите, можна фотографувати всіх животних, скільки угодно, особливо, це якщо касається там, ну, без вспышки, да, вот днем там, в акватерариуме там сложнее, потому что там часто надо делать вспышку, вспышка плохо влияет и на рыбу, и на змей, потому что вот этот блик, он и раздражает. Так, это на нервовую систему влияет. Да, и на нервную систему, и на зрение это влияет не очень хорошо. На улице, пожалуйста, сколько угодно можно снимать, на видео можно все. Можно фотографируйтесь на фоне животных. На вольер не треба залазить. Да, но вылезать, брать в руки животных там, или там, фотографироваться с животными, такое, мы такого не практикуем, и мы выступаем против этого. А на фоне, пожалуйста, селфи делайте сколько угодно. Тем более у нас очень многие
животные ходят по... Копытные дуже любят притуркнуться и постоять поряд с тобой. Они очень контактные, да. Есть животные, которые любят контактировать с человеком, есть, которые не любят. Так. Это тоже надо подходишь, понимать. А они уходят да. от тебя. Ходят аисты по территории зоопарка, ходят утки, ходят гуси, утки, там яйца кладут прямо там на газонах. Мы с этого года павлинов еще выпустили, молодых павлинов, чтобы они привыкли на территории, это тоже очень красиво. Вот. Козочки. Козочки, да, овечки ходят. То есть, причем эти животные, они не даются в руки. То есть, если вы можете к ним близко подойти, тоже люди их кормят. Очень часто тоже я призываю желательно этого не делать. Но если кто-то попытается их взять, они отбегают, они отдадутся. Они просто создают как бы вот такую уютную атмосферу. Это очень хорошо. Пожалуйста, можно фотографироваться на их фоне. Пане Ігоре, закінчується програма, але щороку, коли ми зустрічаємось з вами напередодні таких великих вихідних днів, ми говоримо на одну тему. Зараз всі повиїжджають на природу зі своїми чотирилапими друзями. Правила поведінки на природі з такими друзями розкажіть нам, нагадайте, і тим, хто, ну, може, вперше це почує, скажімо так, і програму роботи зоопарку на вихідні дні. Правила поведения очень простые. Если вы берете свое животное, ну, в основном это берут собак. Котов так. берут реже, потому что коты, особенно те коты, которые привыкли жить дома, они часто пугаются, когда если их куда-то вывозить. Они вообще боятся каких-то перемен обстановки. Собака такой зверь, что она за хозяином пойдет всюду и будет счастлива. Поэтому, если вы вывозите свое животное где-то, вы поехали на шашлыки, вы поехали там куда-то на пикник, природу. Да, на природу, нужно очень простые правила. Первое, следите за тем, чтобы собаке не стало жарко, ни в машине. В машине бывает много забывают случаев. Дуже часто, да, так. Даже когда едут в машине, собаки становятся плохо, бывает, собаки гибнут от жары в машине. Это такая ловушка, на которую часто не обращают внимания. А много времени не надо, чтобы собака получила тепловой удар. И вроде может так казаться, что не так жарко вроде на улице, прохладно, но в закрытой машине она как жаровня накаляется, собака не выдерживает этого. Это первое. Но не только в машине, вообще может быть просто жарко. Нужно давать собаке возможность лечь в тень. Всегда должна быть у собаки вода, вы должны брать с собой воду, для того, чтобы собака могла попить. Нужно следить за тем, чтобы... обработать каким-то препаратом, который предотвратит вот это вот, чтобы на нее клещи не нападали, потому что клещи могут в свою очередь приносить какие-то болезни опасные для собаки, для человека. Кстати, нужно и за собой следить. Клещей уже очень много. Я вернулся вчера из Аскания Нова, был на конференции там сторича заповедной державности, заповедной справы. Была большая конференция, и нас возили по заповеднику. Там даже в степи уже, вот в этой, там видно уже, клещей полно. А в лесной зоне, где-то в лесопосадках, их там очень много. Так что за этим надо следить. И если вы выехали на один день, если ваша собака не совсем маленькая, можете не думать о том, чтобы ее там накормить. Лучше не кормить какими-то шашлыками, остатками чего-то от вашего стола. Собака не совсем маленькая, может день прекрасно обойтись без еды. Ну и если ваша собака оставила какие-то следы своего существования, то, пожалуйста, приберите за собакой. Вообще на природе надо убирать за собой, конечно. Что касается работы зоопарка, зоопарк работает же каждый день, на выходные мы работаем. 4 числа в зоопарке будет праздник. Так что приходите. А мы работаем с 9 утра до 6 вечера, работает касса, и с 1 мая мы уже будем работать до 7 вечера. Угу. Вот, то есть уже, да, уже... Такой летний график. Летний график, да. В зоопарке сейчас есть уже довольно много детенышей, то есть, ну, есть там такие приходите моменты интересные. Да. Отримуйте задоволення. Да. Пане Ігорю, дякую, дякую. Не залишилось часу для спілкування. Ще раз дякую вам за те, що ви сьогодні нагадали про такі серйозні моменти, щоб, не дай Боже, не принести вред нашим братам меншим, скажімо так,
та і нам з вами разом для природи тощо, скажімо так. Дякую ще раз. Шановні, я нагадаю, що ми сьогодні з вами спілкувалися на тему, чому не можна годувати тварин людською їжею. І в гостях у нас був директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. А я дякую за те, що ви знов були разом з нами та призначаю наступну зустріч.